американском штате Флорида неизвестный застрелил рэп-исполнителя Джосея Дуэйнон Фроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Об этом сообщает ТМЗ со ссылкой на департамент шерифа округа Броуэрд. В соцсетях появились видео с места событий. На них видно, что артист сидит в водительском кресле автомобиля и не подает признаков жизни. В правоохранительных органах заявили, что нападение на артиста совершили двое чернокожих мужчин в капюшонах. У стрелявшего на лице была красная маска. Подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле Dodge Journey черного цвета, украв у убитого сумку Louis Vuitton. В прошлом году рэпер инсценировал собственную смерть. В соцсетях он опубликовал видео, где было видно, как он становится на табуретку и совершает самоубийство. Позже стало ясно, что это был фрагмент клипа «Look at me». Артист родился в 1998 году в городе Плантейшн по Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продаже в США. Любить или не любить его музыку – дело ваше, но его влияние на современную культуру нельзя недооценивать. Без преувеличения хочу сказать, что X, он был голосом поколений, наверное, и это тот человек, песни которого реально слышались из каждого утюга, если можно попробовать так сказать. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.